У Плющенко и Рудковской скоро появится еще один наследник. Яна Рудковская заявила, что скоро в ее семье произойдет пополнение. По словам знаменитости, малыш появится на свет уже в самое ближайшее время. Рождение еще одного наследника было заветной мечтой продюсера. Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица прикладывала массу усилий, обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. Неудачные попытки забеременеть негативно отразились на организме женщины, стали настоящим стрессом, который мог обернуться осложнениями. Тогда звезда и ее избранник, фигурист Евгений Плющенко, решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Поклонники в Инстаграме спросили Яну, когда можно ожидать появления нового ребенка в ее доме, на что она сказала «скоро». Судя по такому ответу, можно предположить, что суррогатная мать уже вынашивает малыша для спортсмена и его жены. Но никаких подробностей, касающихся нового ребенка, Рудковская пока не раскрывает. Напомню, сегодня в семье Рудковской трое детей. Младший из них – 7-летний Саша, отцом которого является Плющенко, занимается фигурным катанием и моделингом. Двое старших сыновей продюсера появились в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Николай родился в 2002 году, а Андрею, сыну Батурина от предыдущего брака, в сентябре исполнится 19 лет. Его Яна усыновила.